всего и очень дохуя. Это единственное, что я могу сказать о том, что сейчас происходит в мастерской. Джиксер на переборку вилки. Плюс, как оказалось, еще надо срастить вот эту магическую китайскую шаламбулу с родным выхлопом. Далее у нас стоит что-то там рейсер, не рейсер, да и хер бы с ним, как он называется правильно. В общем, китайская копия мотора Suzuki Crosstrekker, замена поршневой. Все прям вот так вот там, поршневая, не поршневая. Далее, тут еще и рулевую перебрать. Далее у нас по-прежнему стоит ТВХ, на которой также конченый мотор. Но с ней все в целом более-менее будет двигаться. Далее у нас есть колесо от Honda CR, которое должно... Ой, блядь. Будет переспицеваться на спицах от какого-то Кайо, которые идеально сюда встают, блядь. Невероятные события. Ух ты, ёпта ж. Ну ладно, ничего страшного. И это помимо того, сколько еще стоит, блядь, техники. А ее прибывает все больше и больше, блядь. И в целом идея клонирования меня не покидает. Такой вот творческий пиздец.